История достижений и успехов Ростовской области написана теми, кто пришел сегодня в Мустеатр. Заслуженные учителя, врачи, работники культуры и сельского хозяйства, предприниматели и молодые мамы. Губернатор поблагодарил за труд и вручил почетные награды. Врач-гастроэнтеролог Нина Аванян, в профессии 40 лет. Главное – это пациент, его интересы. И у нас принято считать, что пациент всегда прав. Может быть, это не очень модное выражение, оно пришло из прежних времен, но, поверьте, оно сегодня чрезвычайно актуально. Лариса Ванжа пошла работать проводником как мама. Утром принимала поздравления от коллектива, а в полдень от губернатора. Я уже проработала на железной дороге 18 лет. За исполнение своих обязанностей было много благодарностей у меня, грамот. Вот поэтому, наверное, заслужила. Василий Голубев вручил награды и рассказал, что гостей нашего региона всегда приводят на набережную, к памятнику ростовчанке, чтобы убедить в том, что у нас одна ценность, которой нет нигде. Дождики всю землю поливают, льдины тают каждую весну. Девушки хорошие бывают не в одном Ростове-на-Дону. Но играть не стану я в молчанку, безо всякой лишней суеты. Я признаю честно. Ростовчанки, я тут добавлю, все дончанки, женщины всемирной красоты. Подарок женщинам подготовили артисты музыкального театра. Мария Индрикова, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону.